Земля – это серьезный экономический актив. Его надо эффективно использовать. Требования неэффективно используемым землям будут с каждым годом возрастать. Есть конкретное поручение главы государства провести повсеместную ревизию неиспользуемых земель. Эта работа неплохо идет. Мы первый этап завершили. Только по итогам первого этапа дополнительно вовлечено в оборот земель 5,6 миллиона гектаров. Вот посудите сами, какими цифрами апеллируем сегодня по вовлечению в сельхозоборот дополнительных земель. Однако потенциал у нас еще более чем достаточен. Поэтому необходимо сейчас еще раз довести эту ревизию до конца, выявить все эти земли. Дальше у нас большая работа пойдет по восстановлению колодцев, обводнению орошаемых земель. То есть это уже более качественная работа пойдет вторым-третьим этапом. Поэтому обращаю внимание на эти вопросы акимов регионов. В соответствии с этим агентству по управлению земельными ресурсами совместно с акимами областей обеспечить качественное выполнение работ по инвентаризации земель сельхозназначения, обеспечить достоверность учета земель. Я на это обращаю внимание. По статистике еще есть вопросы расхождения. Я сегодня не поднимал эти вопросы, но в справках, которые направили в регионы, они есть. Вопросы достоверности учета тех земель, которые уже проревизированы. Значит, этим вопросом я прошу агентство и Курбек Ильевич Кушербаев очень серьезно заняться. Второе. Повысить эффективность контроля за использованием охраны земель с соблюдением соответствия с земельным законодательством. Министерство экономики совместно с Министерством финансов, сельского хозяйства проработать и внести предложение по изменению ставок земельного налога на земли сельхозназначения для их эффективного использования. Как работа эта идет, Ирбулат Аскарбекович? Сергей Ильич, мы работу начали. Предварительное обследование и уровень вводимого возмездного налога, предполагаем, на землю мы сделали. Вот сейчас мы будем теперь его готовить вместе с Министерством финансов и внесем предложение здесь уже в правительство. Булат Бинахметович, у вас эта работа когда будет завершена? Чтобы хотя бы презентовать. В принципе, я думаю, в ноябре месяце можно это сделать. Вот давайте, мы еще обсудим это с акимами регионов. Вопрос очень важный. Есть конкретное поручение нашего президента. В любом случае ставки на землю будут рассматриваться, их увеличение.